Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Михаил Горбачев не заслужили безоговорочной народной любви. По опросу социологов, лучшим правителем в 20 веке для россиян стал Леонид Брежнев. Люди не хотели бы возвращаться во времена революции, кровавых военных побед или краха СССР. А вот эпоха застоя по-прежнему манит их ощущением спокойствия и равенства, даже если это равенство в бедности. Что дал нам самый долговечный советский генсек? И так ли хорошо мы знаем свою историю, если брежневский период остался в ней самым светлым? Ирина Максимовна, вот такой опрос общественного мнения, во-первых, интересно, что он появился, и интересен вывод, показывает, что, оказывается, политики-то народ не слышит. Возникает ощущение, что народу вообще безразлично, что обсуждают сейчас большие политики и какие образы они пытаются нарисовать народу как образы лидеров. Не так? Нет, но, во-первых, мне кажется, это очень серьезный симптом, то, что люди говорят про Брежнева. И здесь дело надо не об анекдотах, так сказать, вспоминать, а о том, что мы находимся в очень критичной ситуации. Потому что люди, кстати, Сталин и, кстати, Хрущев, не очень далеко отстали от Леонида Ильича. А вот, например, Горбачев и Ельцин – абсолютно отрицательный результат. Поэтому на самом деле, что люди говорят, на мой взгляд? Одну очень простую вещь. 25 лет прошло с момента перестройки, четверть века. Четверть века коту под хвост, а там люди строили, созидали страну. И в этом смысле эта ситуация, она, на мой взгляд, является обозначением того, что мы сегодня находимся в критической ситуации, и либо мы начнем строить новую большую страну, либо будет что-то очень плохое. Это первый момент. Вместе с тем. И в этом плане, ну, говорить о, на мой взгляд, Великом Советском Союзе, как об этой стране, в которой там еще хуже, сифилис, СПИД, но мне кажется, это просто так, у историка отсутствие абсолютно исторического чутья, с моей точки зрения. Изначально было принесено извинение за просторечный анекдот. Но есть вторая плохая очень сторона, потому что с другой стороны, люди что говорят? Люди говорят, что им хотелось бы, конечно, стабильности, хотелось бы зажиточности, хотелось бы безопасности максимальной. Но все-таки это уже вопрос потребительства и потребительского общества. А реально систему, с которой мы до сих пор живем, благодаря Брежневу и Сталину, построил Сталин. И мы сегодня, дело не в том, хорошая она или плохая, дело в том, что мы до сих пор за счет этих инфраструктур, за счет этих заводов и станков живем. И опять же возникает уже нехороший вопрос. А готова ли сегодня страна строить, напрягаться, мобилизовываться для того, чтобы на следующие 100 лет для наших детей и внуков создать большую дееспособную страну? Александр Алексеевич, вы... Есть более важный момент. На самом деле вопрос по поводу рвать я согласен. Это центральный момент, потому что мы находимся в очень тяжелой ситуации, еще раз повторяю. И проблема не в Брежневе, и там не в 100 лет назад, а в нашей ситуации. Конечно. Но народ не хочет рвать на принципах животной конкуренции, на принципах, когда есть узкая прослойка, которая все тащит себе, которую вы создали в 90-е годы. Да. Поэтому народ говорит, пусть будет скучно, пусть будет что прослойка, угодно, но принцип узенькая. Справедливости должен быть да. в основе да. всего. Да. Вот что говорит народ. То есть вы хотите сказать... Что, «Газпром», «Роснефть», слава богу, мудрый, «Росгидро», мудрый наш народ. «Железные дороги», понятно, все понятно. Эти огромные знаете, монстры, это у нас священные поэтому коровы, наш народ которые мудрый... спасают бедный малый бизнес от животных. Я не очень понимаю. Кстати говоря, о зарплате и нефти, давайте тогда посмотрим правде в глаза. Когда упала цена на нефть, и перестала появляться возможность платить те зарплаты, обеспечить этот уровень но жизни. Но Тюменское великое освоение сделано было в брежневские времена. Конечно. Поэтому мы можем качать нефть. Другое дело, что завтра она упадет, надо готовиться к тому, чтобы была другая модель. Но безусловно. С этим как раз... Вы знаете, что... Помимо жуткого разочарования в 25 годах, это четверть столетия, еще раз повторяю, помимо этого, есть и момент, связанный с тем, а кто проводил опрос, зачем и как. Потому что я здесь хочу поздравить с творческой удачей вот Левада-центр, потому что на самом деле они давно уже к этому пристреливались. Я считаю, это формирующая социология, потому что на самом деле разница между Сталиным и Брежневым там составляет буквально копейки с точки зрения процента. Вам бы хотелось Сталина? Нет, нет, дело не в этом, дело в другом. Дело в том, что мне кажется, задача такого рода опросов,
И задача как разоблачения Брежнева, так и его восхваления заключается в том, чтобы сегодня условно Путина, который вот представляет сегодняшнюю власть, максимально ориентировать куда-то в брежневизм. И мне кажется, вот это очень опасный момент, потому что на самом деле, то, что люди уважают и понимают Леонида Ильича Брежнева, это прекрасно, это правильно. Это не значит, что это должно стать, и здесь я согласен со всеми, идеальным нашим, так сказать, нашей сверхзадачей и так далее. Понятно. Сегодня новые задачи. Сегодня нужны революционные изменения, созидательные, иначе будет смерть в стране. Вот, спасибо вам большое. Мне кажется, очень наивно думать, что на Путина может повлиять формирующий опрос Левада-центр, так же, как и, в принципе, было бы странно, если бы... Иностранного агента. Мне кажется, вы затронули важную тему, ее надо будет развивать. Опять же, вот вы пытаетесь навязать народу образ, а народ говорит: простите, мы устали. И народ говорит: да, понимаем, надо что-то строить. И народ не хочет, чтобы его оставили это в покое. Это не так. Простите, но народ сказал... Брежневская эпоха хороша тем, что там был рост. Владимир, это не так. Там был рост. И там была надежность и уверенность это в завтрашнем да. дне. Владимир. А зачастую, пытаясь в человеке так. увидеть только политическое животное, политики теряют его очень важную составляющую. Политики забывают, что человек еще и семьянин. Ему важно, чтобы семья жила хорошо. И забывают, что есть ответственность за детей. И хотят быть уверены, что когда наступит старость, эта старость будет достойной. Поэтому, когда мы пытаемся сказать людям: а теперь опять затяните ремни, мы идем традиционной Владимир, дорогой российских политиков. И все это благополучие, завтра, если не волнуйтесь, закончится. Сейчас этого благополучия и нет таким, как в головах людей оно было во времена Брежнева. И народ говорит о другом. Не упадет нефть или нефть. Народ хочет, чтобы о нем заботились. Такой у нас народ. Я благодарю зрителей и участников программы. О самых важных и интересных событиях грядущей недели поговорим в следующем выпуске «Воскресного вечера». Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев.